всех Китая. Сейчас без 15:07, и мы приехали встречать Самвела и Колю на вокзал. Приехали чуть пораньше, уже ждем. Покажу вам еще вокзал. Большие люстры такие. Михайловский собор голубой. Оперный и Андреевский. Олежка, привет! Мы с Олежкой. Не подали еще? На каком пути не подали еще? Сейчас будем искать их. Это здесь. На пятом пути. 79-й Днепр-Киев. Днепро-Киев. Ой, машины везут. Я думала, коров. Сеточки. Парень встречает девушку с цветами. Хотела показать. Парень встречает девушку с цветами, с кофе. Вот, со столом уже сидят. А хочу самое главное тортик показать. Рыбак. Подожди, еще не хотела показать четче. Это вот Коле тортик такой подарили, а он нам привез, посмотрите. Это Коля на рыбалке спит, Тамара говорит. Надо было сделать глаза закрытым, что ж он открытый-то? Удочка в одну сторону, потому что леска, смотри. Голова была склоненная, поэтому... Нет, потому что я отрезал его. А, поэтому ты... А, я думаю, что такое? В одном стороне удочка, в другой леска. Вот такой вкуснющий. Так я могу ее запустить, вкуснющий. Куда надо. Ну, давай, запускай. Все, уже света не получится, куда надо. Давай покажем. Камыш... О, вот это вообще. Что класс такой сделан. Это представь, каждую сделать вот это. Угу. О, даже камушки как настоящие, очень смотри. Тяжело, да, вот это все руками сделать. Рыбки, вот эти все, да? Камушки. Даже вот воротник. Девочка вообще, она так делает. Просто... Да, молодец. Обалдеть просто. Да, даже вот эти камушки меня удивили, конечно. Это можно было бы не заказывать. А можно я попробую сейчас отгрызу? Все. Ну все. Подъезжаем к Борисполю. Это же... Коля, я видео снимаю. Ага, артист Коля храпил. Держи. Проснулся. Я не пользуюсь. Это что-то строят. Еще тут Борисполя. Коля, ты выспался? В Борисполь приехали. Коля уже никуда не хочет ехать, уже хочет здесь, в Киеве остаться. Правда, Коля? Приехали в Канев. В Канев. Там на машине. На рыбалку. Мы тут не были с Андреем. Борисполь. Как мы все время сюда, сюда Коля, приезжаем? Да, да. Плачиваем. Не плачем, получаем билетик. Получаем билетик. А оплачивать мы там не уже при выезде. Да. Постоишь, да. Запечатывают багаж. Первый пошел. О, как мне захотелось с ними поехать, вместе полететь. Такое настроение сразу же. Ну что, я тоже скоро полечу. Какая скорость упаковки. Ого. Ого.
как быстро. Как по волшебству. Вот и все. Самвела узнали, подошли, разговаривают. Ага, футболисты здесь, целая команда футболистов. И вот Самвел боится лететь, уже начинает нервничать. Смотри, футболисты летят и не боятся. Видишь, их сколько целая команда. Ой, мне кто-то... Сейчас уже пойдем на регистрацию. Такой здесь потолок. Вот уже сейчас будут регистрировать. Смотрите, какая очередь. Это уже половина прошло людей. Теперь мы... Коля говорит, что мест уже нет. Юля вообще первый раз летит, боится. Увага. Значит, вот что нельзя брать. Какие предметы? Топор, ножницы, ножик, сверло. Ага. Вот даже из... Вот это что такое? Это бутана. Ага. 15-12. Все, сдали. Отстрелялись. Ну все. Все, давайте, пока-пока. Давайте, слетать вам. Все будет хорошо, не переживайте. Больше переживай. Пошел. Угу. Переживает. А, нельзя, да? Проводили, едем домой. Вот это автобусы, которые везут на ЖД вокзал. Сразу же вот выход в Борисполе. Здесь выходите и вот сразу же на месте на вокзал. Буквально через минут 40 вы будете уже на центральном, на южном вокзале города Киева. Ну, центральный и южный у нас одинаковый. Вот такой еще есть автобус. А мы идем к машине. Погода шикарная сегодня. Солнце такое. Ай, красота. Только гулять. Тренируешь же. Открылась дверь. Ага. Самвел, смотри, открылась дверь. Выезжаем. Все, проводили. Самвела с Колькой. С Юлькой. Ну, складно. Самвел, Колька, Юлька. Все, полетели ребята отдыхать. Здесь ГАИ. Да сегодня тоже у нас жаркая погода, видишь, как в Турции. Не, ну в машине тепло, на улице прохладненько. Плюс 10 где-то, 12. Мне кажется, теплее. Все, поехали домой. Поедем, красотка, кататься. Небо такое красивое с облаками. Какое небо красивеющее, облака, белогривые лошадки. Тут увеличилось почему-то. Так, сейчас.
выезжать на трассу уже. На скоростную, да? На скоростная трасса будет или как? На автомагистраль сейчас будем выезжать. На Бориспольскую трассу. Плюс 11 и плюс 22 на асфальте и в воздухе плюс 13 плюс 11. Подъезжаем уже к мосту, левый берег, дома. Если увидим, сейчас вам покажу еще вид с левого берега на правый. Уже даже лавра. Купола будут видны. Это мост. О, уже начинается Днепр. Посередине островок. И вот вид на Киев. Правый берег. Вот жалко. Не увидим купола. Маргариновый завод, за ним завод Рошен, это Московская площадь. Ремонт дорог идет. Только что ехали через мост, проехали, так там мыли машины дороги. Сейчас мы с вами едем по Голосеевскому району. Очень много этих полицейских лежачих. Тоже на постройке. Экскурсия у нас с вами по Киеву. Здесь раньше был вот где-то есть, наверное, завод золота, да, делали. И справа тоже есть. Да, и с этой стороны. Да, магазинчик. Я знаю, что слева было, а справа нет. Да, я, по-моему, справа тут. Слева. Ну, слева тоже, по-моему, угу. Едем сейчас. Голосеевский двор. Называется ресторан. Сейчас начнется Голосеевский парк. Будет. Здесь когда-то я только, когда приехала из Нукуса, первый день пришла в Зеленстрой работать на практику. И меня сразу же направили вот на эту улицу. Обрезать деревья. Как мне было стыдно. Деревья обрезать? Ну, идти в халате и обрезать, в таком рабочем халате, и обрезать деревья. Мне казалось, что все люди на меня смотрят. Это первые мои места, где я работала. В воскресенье мы нашли пробку. Ага, в воскресенье и пробка, посмотрите. Наверное, ВДНХ какая-то. А, какой-то фестиваль идет, да? Может, а давай мы тоже свернем туда на Ломоносова. Не хочу. Да?
Давай по Ломоносову поедем. Может, светофора нет, пока перестроимся. Да вон, смотри, какая пробка. Пошли, давай, поехали направо. Едем, едем, Олег, давай. Вот, свернули мы направо, потому что там пробка, наверное, часа два, наверное, просидим. Да. Ну вот. Выехали, здесь пробки нет. И мы даже укоротим себе дорогу, да? А может, он как-то раз с Оксаной? С Оксаной в гости? Нет, они в это, поехали, в Полтаву. Да, не заедем. В село, да. Так бы к ним в гости заехали. Ну, мы с проверкой. Чем вы здесь занимаетесь? Здесь, кстати, с левой стороны институт рака, где Надя с Маричкой лежали. А впереди нас опять новострои начались. Еще дома красивые. Ага, здесь дома красивые. Здесь уже более современные. Квадратный. Еще строится. А дальше уже строится опять. Ну, вообще... Монолитный, по-моему. Прям ячейки, ячейки. Улики, да. А здесь так интересно, частные дома. И высотные дома. Магазин какой-то построен. Ашан. Клубные дома. Там тоже уже много новостроек. Еще целый городок такой же. Роял Хаус.